Друзья, всем привет! Это True Backstage и Артем Гагарин. Ну, я подумал, True переводится как реальный бэкстейдж, а у реального бэкстейджа должен быть реальный ведущий. Поэтому вот ведущий, а вот реальный пацан. Уважаемые краснодонцы коронуют Артемку и благословляют на его тяжкий труд. Так что поддержим реального, крутого братика. Смотрите, True Backstage. Перепишем. Смотрите, True Backstage. Вот после этого только попробуйте мне не смотреть. Не прыгай! Не прыгай, пожалуйста! Все будет хорошо, не прыгай! Все образумится, все пройдет! Как человек переживает, что зеброк вылетел, понимаешь? Прыгать собрался. Всех надо спасать. Психолог. Я там чуть лажанул немножко, буквально. Извини, пожалуйста. Ой. Орёт она на меня. Детки рулят. Не каждый день с одноклассницами видишься, да? Да. Ты знаешь, что ты вообще дала надежду миллионам людей? Они включают плюсы. На прошлом эфире танцев. Тут Лебединое озеро показывают. Иди. Они думают, все, не надо конфеты покупать, а оказалось надо. Это просто была постановка. Слушай, нет, я, честно говоря, шутку с лебедем не поняла. Ну смотри, когда, ну раньше, когда умирал кто-то из генсеков, партийных лидеров, Господи. Включали Лебединое озеро. Господи, да? Я так давно не живу, Тём. Все-таки да. Сколько той независимости. Ровесница с Ефросининой. Вот. Юрий Горбунов, ведущий шоу, ключики оставил снаружи. Вы понимаете, что может случиться? Нет, я на его место никогда, но есть ребята. Здравствуйте, мужчина. Я зашел сейчас с камеры на одну секундочку. Просто я бы ключи с той стороны не оставлял, потому что Остапчук с ведущего балкона автоматически может превратиться в ведущего. Хорошо, что ты сказал. А где его время? Закроем. Хорошо, я ее чуть подсветлила. Поэтому... Ну, раз так уж пошло, я там немножко пристроил. Хватит меня уже снимать на этом месте. Да. Ты хочешь, что я постоянно крашу. Ты готовился за сегодняшнее? Че? Че? Я буду помогать. Это был главный номер, мы его сделали. Я Дэвид Вишняков, ставь все, я слышу. Самая сильная. Это была иголочка. Что происходит? Вот люблю я людей ставить в неудобное положение своими вопросами, но... Не больно ли мне? Куда неудобнее уже. А, не я. Люди задают вопросы, а я их передаю. Вот такой вопрос. А значит, Анита, что тебе простише? Займатися спортом... А, да, спортом, думал, сексом. Чи танцювати? Блин, конечно же, проще спортом. Там все понятно. Раз, два, раз, два. А тут раз, два, три, четыре. По-моему, она все-таки про секс отвечала. Откройте секрет, о какой девушке вам говорил Дзидзё? Кто эта симпатичная девушка? Про Мишель. А, типа, что у вас там? Не, ну он спросил про нее, ничего там нету, но он спрашивал про нее, про Мишель.
То есть он хотел, чтобы, значит, у нас интернациональный проект стал. Наверное. Чтобы у нас маленькие эти Боливия, грузинцы, грузины, Боливия, грузины появились. Оксана, чому вам стільки років? А здається, ніби ви моя одногрупниця. Можливо, я ваша одногрупниця? Можливо, містер Ukrainian президент. Можливо. Можливо. Тяжело ли вам танцевать? Щоб відповісти на це запитання, кожен повинен підняти свою... Це трубекстейдж, можна говорити. Дупу. Велика українська мова. Вот плохое слово, оно на русском звучит плохо. Вот. А дупа якось так нормально звучить. Да. Піднімаємо дупа. Піднімаємо свої... Я сказав, що, так? Спіднички. І йдемо до найближчої зали танцювальної. І пробуємо хоча б один день потанцювати. І тоді ви мене полюбите, тому що будете знати, як це тяжко. А я ще скажу ще один плюс, і ваші сіднички будуть підтягнуті і гарні. Всі танцюємо. Мишель, а тут вопрос задавали, значит, да. Смотри какой. Мишель, X-Factor, танцы зерками. Да. Який наступний проект? Что следующее? Куда пойдешь? Танцы с котом. Да! С котами. С котом звучит плохо. А вот танцы с котами. Да. Танцы с зерками, танцы с котами. Каламбур, я думаю, что Женя за меня ответил, правильно? Кто выиграл? Кто выиграл? Это прямой эфир? Так. Я могу, я переброшу. Да похуй ты. Уважаемые дамы и господа, у нас двухминутная готовность, поэтому просим всех занимать места согласно вашим билетам и пригласительным. Ну что, друзья, и последний комментарий на сегодня прислала его Селецкая 3467. Артем Гагарин, увидим ли мы тебя не в роли ведущего, а танцующего? Я прошу прощения, Селецкая 3467, это вы насчет вот этого танцпола? Ха! Да запросто, да хоть сейчас, поехали. Короночка. Задолбал.